впервые я попала в какой-то социологический опрос. Ну, там типа губернатор, все дела. Вот посмотрите, как у меня выглядит подъезд. Это еще красиво. Визуально это очень некрасиво. Вот, видите, как у меня выглядит подъезд. Вот мне какая разница, кто будет губернатором, если я живу вот в таком подъезде, где через этаж не горят лампочки. Где вот такая вот красота. Вот это вот кто должен делать? Я или Жек? Посмотрите. Класс, вообще супер. Компания «Центр». Нормально, все исправно, как говорится. Люди платят за жилье. Подъезд уже, наверное, лет 5 так себе нуждается вот в нормальном как бы ремонте, хотя бы элементарно. Вот крылечко. Вот оно красиво. Вот. Ну, тут как бы за все заклеено объявлениями. Вот. Крыльца. Вот, правда, недавно сделали вот ямку. Хотелось бы обратить ваше внимание вот на этот паровозик, такой милый, красивый. Вот, кажется, да, это работа Жека. Нет, черта с два, это делали наши мамаши, короче, из двора, из остатков краски. Вот они совершенно убиты, этот паровозик, вот таким образом расписали красиво. Это мамочки детей маленьких, которые играют вот в этой песочнице. Они сами сделали вот эти вот... шины, как они там правильно называются, не знаю. Они сами обновили вот это все. Вот. Устроили как бы больше сидячих мест. Покрасили грибок. В общем, да, они как-то, видимо, услышали мою просьбу, что давайте сделать город красивее вместе. И вот они нарисовали зайчиков. Вот они нарисовали всяких тут мультяшек. И, в общем, как бы благодаря вот этим... нескольким девочкам, молодым мамам, наш двор стал намного симпатичнее. Вот еще мультяшка. В общем, они где-то взяли эскизы. Короче, вот заходит непогода. По фотоаппарату, разумеется, вообще нифига не видно. Ну там, короче, вон он, небо. Ну ладно. Поехали мы на съемку, ребята. Вот она жесть. Это вам сибирская осень, знаете. 5 минут назад. Тут, короче, здесь вот так, а там вот так. Вот, видите? Да, это вам не шутки. Как хорошо красить, делать макияж спящей модели. Вообще никогда бы не подумала, что это очень здорово. Вообще реально круто. Короче, модель не выспалась. We'll be right back.
Рядом со мной стоит соседка, она дико смеется. Но смех скорее нервный, чем какой-то веселый. Дело в том, что в городе Ангарск совершенно несправедливо задраны цены на жилье. Цены на жилье очень высокие, и вот в таком фонде, да, вот в котором я сейчас стою, где 10 лет или даже 15 не делался ремонт, да, прошу обратить внимание, самая замухрышечная квартира кружится где-то в районе 1 700 000, это однушка. 2 200, 2 300 это двушка, ну и там уже нереальный космос, это что-то поприличнее. Давайте разберемся, почему мы сегодня подъездим. Вот такие ящички у нас. Видите? 10 лет не было ремонта, только вон. Цены на жилье в этих развалившихся развалинах не знают накручивать. Вот такие стены здесь. Я думаю, вы уже слышите, да? Змей Воронич. Это называется человек без определенного места жительства. Наш дом в центре города, на первом этаже административное здание. Гоняем этих персонажей уже, наверное, неделю. Ну и сейчас мы будем показывать, как это происходит, чтобы люди понимали, за что они платят 2 миллиона в этом городе. За вот этот прекрасный, чудесный, раздолбанный, неотремонтированный дом. Короче, рассказываю историю. Вот это мальчик, его зовут Сёма. Он хороший. А самая отличительная черта Сёмы, Сёмочка, это вот то, что он очень похож на кота из Шрека. Где? Где я? Сёма. Вот у него такие же вот брошки и глазки, вот, вот короче, в общем, это реально, они существуют, да. Ну, каждый день, кстати, утром идешь с детьми, дети вообще в шоке. Ну, что такое-то? Давай. Каждый день утром, а то я тоже, мне бежит. Конечно, кино. 15 лет немытое окно.